Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в НЕК. Я бегу, док за мной, и глава называется «У озера». Красивый пейзаж, красивые птички, и мы продолжаем свое путешествие. Пробираемся через разные препятствия. Ах ты! Какая нехорошая птичка, а меня укусила. Здорово, братва! Как вы рады меня видеть, аж побежали ко мне. Тихо. Ты чё, я вообще так не хотел. Я маленький, я забыл совсем, что я маленький опять. Я там запитал лифт, поэтому половина реликтов у меня исчезли, и мой рост уменьшился. На! Тихо, тоже не прыгай. Не прыгай на меня со своим луком, понял? Я иду. Док, перепрыгивай здесь. Рванули и меня зацепили. Но мне надо реликтов, чтобы восстановиться. Прыгаем. Эти сейчас взрываться будут. А, как он меня так зацепил своей клешней. Ладно, я прям отсюда начал. Хорошо. Пускай. Вот и все. И с ними разобрались. И жизни целые. Нормально. Все хорошо. Все отлично. Бежим вперед. Янтарь собираем. Это что? Это здесь перепрыгиваем. Так, этих что-то много здесь. Минус один. Минус еще один. И минус я почти, да? Почему он не взорвался? А это что там? А, он вылез вон оттуда вообще. Проход. Ну, я таким и должен быть маленьким, наверное, чтобы тут пройти. В любом случае, я бы большой здесь не пролез, я упал. Я что-то сильно разбежался. А как так зацепил? Я вроде боком стоял. Вернее, ты меня сбоку зацепил. Ну, давай. Раз. Два, три. А этот взорвался, да? Ну, да как так-то, а? Опять. Все, разобрался. Теперь идем вперед. Да что ты, надо было спрятаться. Надо было спрятаться, подожди. Не попадешь. Попал. Прикинь, жизни чуть-чуть осталось. Я на последнем издыхании, так сказать. Вон, реликты сейчас будут, ура! А, подожди, перед этим сначала надо... Сначала надо выжить было. Надо было сначала выжить. Я опять сначала начал. Так, да аккуратно, что делаешь-то? Надо дойти там до хотя бы до контрольной точки, чтобы сохраниться. Нет, не кусайтесь. Тихо. Выползай, давай. Оп. Следующий. Заходим. Быстро, прячемся от стрел. Да куда? Ну, да попадет же так. Хорошо. Получше вроде получилось. Сейчас идем. Давай с жуками с этими. Где они тут? Тут их много, смотри, что, а? Ладно, взорвался. Вот так их. Нормально, все, прошел. Где реликты? Давайте мне полностью восстановите. Хорошо, идем. Оп! И не допрыгнул в озеро, куда-нибудь упал, да? Это что? А, это лед. Откуда лед зимой, летом, вернее, здесь? Это не лед, значит, это какой-то камень. Пташка, привет. Лети отсюда. Так, там лучник один стоит. Предлагаю... Да, и хотел к лучнику сразу залезть, а он меня ударил. Все, это улетел вообще вниз.
Поехали. Ой, а как с ними? Как с ними? А, янтарь. Янтарь. Готовы. О, еще летят, ребята. Поэтому нам янтаря здесь и надавали. Ну, давайте, кто еще? Держись, держись, цепляйся быстрее, залезай. Здорово, жучки. Раз, два. Вот и все. О, док уже здесь как-то оказался, молодец. Вот он чё, в чем хорош, что он не отстает. Есть. Птицы дал по клюву, она улетела. Янтаря собрать побольше, потому что он нам нужен. Ну-н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 у, аккуратно. Готов. Подожди, какие-то стены, может, рушатся? Нет, что-то как-то надо посматривать, потому что, может быть, что-то спрятано. Расти, расти, как бы нам вырасти-то побольше. А вот здесь, наверное, янтарь надо использовать. Ребята, готовы все три. О, а этот что, еще жив, что ли? Я уже обрадовался. Док, пошли, я расправился с ними. Сразу отлетел. Так, подожди, вот здесь надо быстро. Тихо рванет. Оп. Все высоко куда-то мы ползем. На самый верх. Янтарь. Вот, целый янтарь набрался. Тихо, тихо, ты чё мне там чуть каску не сбил? Стрелок. Здесь что-то есть, ребята, заходим. Давай очередной сундук. Какая-то микросхемка. Детали расширителя времени. Атаки по врагам без получения урона дадут эффект замедления. Нельзя использовать вместе со счетчиком комбо. Так, еще очередная какая-то коллекция. Так, с этим аккуратно. Давай, стреляй. Оп! Бабамс, упал. Ну этот вообще крепкий парень. Трех ударов только его удалось повалить. Еще чуть-чуть. С этого холма можно увидеть форт гоблинов. Может, мне стоит поменьше сидеть над изобретениями? Наверное. И побольше заниматься спортом. Истина, чувак. Идем. Крепость гоблинов. Как странно. Я вижу танки, но здесь нет металлургических заводов. Танки построены не здесь. Ворота открыты. Предлагаю войти и осмотреться. Что? Пора заканчивать и ехать домой. Мы не узнаем ничего нового, пока прохлаждаемся здесь. Лукас, ты подожди здесь. Тут безопасно. Нек? Присмотри за ним. Вы уверены, что это хороший план? Они уже знают о нас. Не будь план хорошим, я бы не приказывал. Ха. Вон там невероятное количество реликтов. Наверное, все, что они стащили с форпоста. Реликты — это хорошо. А вот танки — это плохо, ребята. Потому что они идут против нас. Кто вы? И что вы забыли в моей деревне? Ты напал на людское поселение. И всерьез думаешь, что последствий не будет? Последствия? Да я получил кучу реликтов, янтаря и другой полезной всячины.
а еще несколько непрошенных гостей. Ха, получше никого не было. Мы лучшие. Высокотехнологичное оснащение этих роботов способно... Ваши танки – удивительный пример машиностроения. Мы хотели узнать... Где я их достал? Это ты хочешь выведать? Не выйдет! Но раз уж они вам так приглянулись, вы их рассмотрите. Как следует! Ха! Эй, чё делаешь? В упор с танков фигарят. Так нельзя, ребята, вы чё творите? Что началось-то? Что за замес такой? Оборонять ворота! Все закрылось, в общем, мы как-то оказались на другой стороне. Мы за замком оказались. Другой путь, пойдем, ребята. Посмотрим, нет ли другого пути в деревню. Найдем другой путь в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал, кто не подписан. Воткните колокольчик. И увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока.